же вот видите, сколько там висит вот знамен, сколько на них звезд. О беде говорить рано. Можно говорить только об исполнении некоторых элементов основок игры, ну и желании играть. Очень меня расстроило последний наш матч с московским «Динамо». Поэтому из этой ямы сейчас стараемся выбраться. Впереди у нас те матчи, которые нам нужно выигрывать. Да, мы на каждую игру настраиваемся по максимально. Хотим, все, любая команда хочет выиграть. Вот, и здесь как бы команда топ-класса. Вот, нам хотелось зацепиться, конечно. Сделали свои ошибки. Был момент, что когда сильные подачи были, мы не справились с приемом, и сразу там 3-4 очка, сразу команда вперед пошла, Казани. Вот, и потом не смогли подняться. Не знаю, сначала вроде нервов не было, было все спокойно, все вроде подала подачу, даже эйс, и на приеме вроде тоже была уверена. Но мы так с тренером переглянулись в Минске, так как мы давно друг друга знаем, ну и вот получилось два эйса, но что я сама не ожидала. Потом, конечно, все равно понервничала из-за этого, но рада, что дали поиграть сегодня. Ждем очень сильно весны, уже снег очень надоел. И, ну и, конечно, ждем сейчас принципиальные матчи начнутся. И март вообще у нас убойный. Там игра за игрой, по две игры в неделю очень будет сложно. И нужно по максимуму сейчас подготовиться физически и вообще ментально. Готовились. Все равно Минск хорошая команда. С хорошей подачей. Сегодня, в принципе, установки все выполнили, поэтому такой результат. Без особо больших провалов. Лиза Попова сегодня удалось поучаствовать, как подключаем ее к основной группе. Вот уже получается выпустить во время игры. Ангелина Лазаренко вернулась в игру, значит, небольшое повреждение было, значит, все в порядке. А по Сергеевой она голеностоп вроде повернула, наступила. Но каждая игра же начинается со счета 0-0, каждая команда выходит с определенными задачами, они боролись, и как бы преимущество создать сначала не удавалось, постепенно где-то какими-то, где-то типа 0 на блоке, где-то защита, подачи хорошо отподавали сегодня, молодцы, но я думаю, мы можем еще агрессивнее подавать, и еще намного агрессивнее, но уже позитивная динамика.